В Китае волонтеры спасли собак из скотобойни. Одна из них заплакала от счастья. Это был первый раз за всю жизнь, когда он получил ласку от человека. В Китае в городе Куньминь золотистого ретривера и еще 20 животных спасли из собачьей фермы, где собак растили на убой. Когда собаки оказались в центре передержки вместе с волонтерами, они не могли сдержать своей радости, прыгали и кружились возле людей. Один из псов даже заплакал. Давайте вместе с вами посмотрим эти трогательные кадры. Вы видите, как из глаз собаки текут слезы. Это потрясающие кадры, где счастье животных не имеет границ. Они счастливы, что остались в живых. Собаки на ферме содержались в узких клетках, в которых невозможно было двигаться. Волонтеры не могли их не спасти, поэтому с помощью краудфандинга собрали больше $2000 на спасательную операцию. Теперь собаки находятся в безопасности и скоро найдут настоящий дом. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых интересных событий. Всего доброго и до новых встреч!